В Гомеле завершился четвертый открытый областной турнир по дзюдо. Соревнования проходили на территории Сдюшоргомсельмаш. В них приняли участие почти 400 ребят, которые были разделены на 9 весовых категорий. Турнир не является отборочным. Задача организаторов – посмотреть навыки и способности юных спортсменов для будущих стартов. Возможность прекрасная, учитывая большой состав участников. Многие приехали из-за рубежа. Россия, Украина и Латвия уже заявлялись и ранее на турнир. А вот представители Франции здесь впервые. В этом году проходила спартакиада школьников. Очень много победителей и призеров данных соревнований борются сегодня. Вот. И показывают довольно неплохой результат. Сильная команда из Киева, команда Украины. Впрочем, разбавили, наверное, победители и призеры, разбавили из всех регионов. Как ближнего, так и дальнего зарубежья. По итогам соревнований больше всего наград у воспитанников Сдюшоргомсельмаш.